Game Machine – сервис, где ты можешь получать айтемы и валюту в играх, используя свободные ресурсы своего компьютера. Заходи на сайт gamemachine.io, скачивай приложение на свой компьютер и начинай зарабатывать. Безопасно. Приложение использует только видеокарту и процессор для обработки данных. Удобно. Программа запускается только тогда, когда компьютер бездействует. Выбирай любые предметы в Dota 2, CSGO, PlayerUnknown's Battlegrounds, World of Tanks и многие другие. Присоединяйся к первой майнинговой платформе для геймеров. Ну что еще? Супер мега важно. У тебя было погоняло в школе? Нет, меня назвали по фамилии. Ну что еще? Горомякич. Это я потом послушаю, когда буду играть. Приветик, Кукич. Нашел тут информацию из интервью твоего бати. Это правда? Что? Я не заводил интервью? Детей интервью? До тех пор, пока они не стали заводить меня, Рефлан ебало. Какого, блядь, интервью моего бати? Что, бля? Ну что еще? Ну сейчас по-любому должен кто-то приехать. Если ты пообщался с отражением в зеркале и решил, что там конченый черт и мразь, то это не значит, что люди такие. А, ясно, ясно, спасибо за инфу. Пообщался с отражением в зеркале. Батич, тебе сидеть неудобно не потому, что ты холерик, а потому, что у тебя бутылка в жопе. Держу. Кайф, смешно. Спасибо. Хах. Смеемся всем классом! Жги еще. Привет, Сисеныч. Как твоя диета? А? 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 Не мешай, сука. А? 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 Вот же пидорас, блядь. А? 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 Вот же сволочь. Ну, для меня это помойка. Папань, каждый раз, когда ты на стриме говоришь, мне неинтересно, я 5 раз отжимаюсь от пола. Почему ты должен 2 подтягивания? Стрим снайпер и 3 раза пресс? Так я о чем? Ты заебал. Уже все тела болит на 3 и то день. Мне раньше донатили что-то подобное, парафразу «ГГ мы проебали». Какой-то был подобный донат в прошлом. Ну что еще? Если вчера дрюкал в пещерку дяди Богдана, то промолчи. Если он тебя шпихал в тухлую вену, то засмейся. Если то и то, то достаточно будет пары слов. Ты что, нету чувака в этом доме, блядь? Я удивлен. Оказывается, нету. Ну что еще? Я не могу сосредоточиться. Папаня и щека пошли получать зарплату. Все как обычно перепутал. И щека получил. Да я не выиграю, блядь, не мешайте. Донаты отрублю на время игры. Я не могу ливнуть, я чувствую, должно дать. Ну, блядь, какой-то наёб. Проработали целый месяц. Трудились, не покладая руки, не жалея. Что такое? 4 золотых месяца по печати щука пошли получать зарплату. В бухгалтерии все как обычно перепутали. И в итоге щука получил за попича, а попич за щеку. Да он ебаный. Хули вы баяны посылаете? Что с вами не так? Посылать баяны, которые посылали триллиард раз. Ну что еще? 3 мишки, блять. Вдох-выдох-выдох, попич лоб. Вдох-выдох. Ну что еще? Привет. Через 2 недели поеду с другом тусить в Москву. И между делом хочу оседлать викурет. У меня есть 5 дней. Как думаешь, какая стратегия будет максимально эффективна для меня? Желательно по шагам. Ответь серьезно. Благодарю. Ну или если ревнуешь, то ответь абстрактно. Как будто это не она. Бля. Я, короче, промолчу, вообще ничего не буду говорить. Че за рофлы? Ну что еще? Помню, ты говорил, что больше хотел бы сестру, чем брата, но не сказал, почему. Я не хотел бы ни того, ни того, алло. Ничего не имею против. Ответь, пожалуйста, на вопрос, как твои родители и прежде всего соседи относятся к твоим стримам и орам.
Ответь, плиз. Последние кровные отдаю. Ну, очевидно, что моим соседям, ну, не нравится. По скриптум Якутии омывает Индийский, Атлантический и Тихий океаны. Сейчас у нас стоит жара плюс 12. Приезжай ко мне на виллу, мой механик давно хочет с тобой увидеться, я хз зачем. Ну что еще? Тише, тише, тише. Слышите эти звуки? Это артасы губки бегут по моей залупке. Бля, иди нахуй. Ну что еще? Есть ли что-то, что ты хочешь, заходим, но не можешь пока себе еще позволить? Магазин и говорит, дайте мне, пожалуйста, палку колбасы. Вам порезать? Да нет, что вы, у меня же жопа, а не копилка. Супердаун. Ну что еще? Где он все прямо привет, здесь? Пупези, величайший. Меня терзает один вопрос на протяжении продолжительного срока. Когда викарец станет мамичем? Я на серьезичах. Спроси ее. Бля, че за рофлы? Ну что еще? Здорово, попечь. Скажи, почему ты до сих пор живешь с родителями? Может, хватит мучать стариков своими криками и орами? Или ты их бьешь? Че? Во-первых, я не живу с родителями, во-вторых, мои родители не старики. Еще. Ну что еще? Все понимают, да? Если бы Попич был муравьем, то у него попка была бы на вкус не кислая, а сладкая, как Апоприде. Ты что, бля, пожиратель нечистот? Бля, просто представьте себе, заходит такой человек в дом, путается, оп, буст, аптека. Открывает такую очередную дверь, а там лежит моцик и попичу параши сидит, нацелившись своим дулом на дарва Рахланибала. Я должен был... Ну вот что еще? Ну вот так еще. Привет, мой сладенький. Я долго искал тебя во снах. Помнишь, когда тебе было 15 лет? Я растопыривал руки, и ты бежал ко мне из своей песочницы, где ты лепил какие-то гейские куличики с моим ебалом. Я ласкал тебя своими нежными руками до тех пор, пока ты не просыпался мокренький в своей постельке. Не нужно кланяться. Попич, покажи писю. И КСТ хочу передать привет Алиске. И го смотреть тайна Кока Франкерс. Попечь, привет. Давно хотел тебя спросить, почему ты так относишься к гейским шуткам? Как так? Тебя оттарабанил в шоколадный твой дядька в детстве. И нет, меня никто не ебал, и моя мать мне шлюха. Пошел нахуй. Скребы спросил, почему я так отношусь к малолетним долбоебам типа тебя. Потому что долбоеб — это долбоеб. Как можно к ним относиться? Только презрительно. Ну что еще? А я думал, что противно, это когда тебя, два слова, мужчины, идут в задницу, тот какой-то Богдан, попутно прокручивает твои ящики на 9. Гайд под снайпингу уже очень давно был. Рассказ! Папа Ген – древнеукраинский философ. Когда Папа Ген просил у кого-нибудь взаймы денег, то говорил: не дайте мне денег, а дайте мои деньги. Однажды он сел в дом и закричал: эй, люди, люди. Но когда сбежался народ, Папа Ген напустился на него с палкой, приговаривая: я звал людей, а не стрим-снайперов. Бля. Ну что еще? Привет, величайший. У меня редко получается смотреть твои стримы. Поэтому я обычно смотрю нарезки на YouTube. Так вот, я так и не понял, как тебе невидимый хуй на вкус. Че, блять? Тебе послал нахуй или нет? По-моему, не послал. Иди нахуй. Здравствуйте. Как рыбы в воде. Я ваш фанат. О, машина. Я представляю ЛГБТ-сообщество, и мы все знаем, что вы активно пропагандируете гомосексуализм. Иди нахуй. Иди нахуй. Есть такие популярные сны, бля, которые не стесняются своей нетрадиционной ориентации. Моргни. Если вечером Богдан прочистит по проходу. Какой же урод. Да что ты... Ненавижу, когда ебаны... Вот мне похуй обычно на эти даунские донаты, но когда они во время... Бля. Блять. Да что за хуй?
Бля, вот это пидорас, чтоб ты сдох, сука. Бля. Добрый початок. Бля. Это пиздец. Он меня разозлил. Я забыл затормозить. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.